Важная новость для тех, кто предпочитает передвигаться на электричках. С конца октября расписание подмосковных электропоездов перейдет на зимнее расписание. График движений изменится у Казанского, Киевского, Павелецкого, Белорусского, Рижского и Савеловского направлений. А расписание на Курском, Горьковском и Ярославском направлениях останется прежним. Ежегодно специалисты анализируют пассажиропотоки на направлениях для оптимизации движения электропоездов в зимнее время. В связи с окончанием дачного сезона часть электричек, запущенных специально к лету, отменят. Зато добавят еще две на популярных маршрутах белорусского направления. У других же поездов изменится маршрут и график движения. К примеру, на Савеловском направлении электропоезд Галицина-Лобня, который сейчас курсирует только по будням, с 29 октября начнет перевозить пассажиров ежедневно. Посмотреть все изменения в расписании можно на сайте mos.ru. Также с 28 октября новый график движения поездов появится в мобильном приложении перевозчика на железнодорожных станциях и остановочных пунктах. Анна Троян, телеканал ЛРТ. Привет, меня зовут Александра Томей, вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки и будьте в курсе самых важных событий.